В Абакане большая уборка. Каждый день предприятия, организации, школьники города, старосты района вместе с активными жителями выходят, чтобы сделать свой город чище. Прямо сейчас мы находимся на улице Советской. На этой территории еще несколько лет назад был заброшенный гаражный массив. А теперь посмотрите сквер, в котором, конечно, нужно убираться. Благоустройство города, что должно быть все красиво. Каждый год на субботнике, начиная с малолетнего возраста. Энтузиазм, задор и все прочее. И до сих пор с удовольствием ходите? Конечно. Всегда с улыбкой. Настроение боевое, хорошее. Чистый четверг. Наводим сегодня порядок в городе. Я согласна чистому четвергу. Ну и вообще по традиции, чтобы наш район был чистый, облагорожен, с чистой совестью. Да каждый год хожу на субботники. Ну молодость вспоминается. Чтобы не было грязно. Загрязнено не было так сильно. Основные массовые субботники в жилом районе Западный у нас всегда уже по традиции стартуют с нашего сквера, который расположен на Советской в районе дома 136. И на этот сквер точно так же традиционно приходит несколько образовательных учреждений и помогают нам сегодня мужчины из троллейбусного управления, а также школьники школы 22. Всегда большой фронт работ. Вы что можете сказать, как район встретил весну? Фронт работы у нас намечен очень большой. Субботников планируется не менее 30. В разных уголках нашего жилого района есть более массовые, есть более такие семейные субботники, да. Но тем не менее субботников будет много. Сегодня мы стартуем, так хорошо скажем. Сегодня у нас на субботнике присутствует более 120 человек. Надеемся, что работа будет дружная и быстро спорится. Мы справимся с нашей задачей очень быстро.